Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Игорь Масейчук со мной на связи прямо сейчас. Игорь Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Игорь Владимирович, начать наш разговор, понятно, да, я не могу ни с 9 мая, ни с парада на Красной площади. Собственно, ну, украинские паблики уже много написали о том, что самый короткий парад, самый, собственно, немногочисленный по составу техническому, вооружение мало представлено. Некоторые отметили, что нет танков, обсуждалось там какие-то эпизоды с хлопком в Москве. Позже рассказали, что сбит под Калугой какой-то беспилотник, еще один летит в Москву. В общем, как бы все вокруг этого, весь ажиотаж и вся шумиха вот дня сегодняшнего, это понятно. Но что мы имеем в сухом остатке? Парад прошел, парад не сорван, гости иностранные, пускай и там со Средней Азии, плюс Лукашенко, были. А какие вот промежуточные выводы с этого 9 мая, вот с событий в Москве, делаете вы? Ну, давайте, раз заговорили за 9 мая, говорить глобально. Не только о Москве, а говорить и о Киеве, потому что оценивать только там нельзя. Вчера президент Украины вышел с законодательной инициативой о том, что день памяти и победы будет у нас 8 марта, мая, а 9 мая у нас будет день Европы. И у нас второй день во всех пабликах, если вы не заметили, стоит срач Александра. Одни отстают одну точку зрения, другие другую, третьи третью. Я глубоко убежден, что вообще вот эта вся история с 8-9 мая, которую мы увидели в исполнении офиса президента, да, то это очередная серия сериала «Слуга Мамона», которая должна нас отвлечь от чего-то. От чего? От коррупции, от воровства, от передачи в консалтинг страны, то, что шло, BlackRock, подписание соглашения. Вот. От корпоратизации Укроборонпрома, да, который уже начался, от чего угодно. Вот перед этим отвлекали борьбой с московским патриархатом УПЦ, иссякло, ну, зрителю, присытился зритель. И сейчас пошла следующая серия, сценаристы вот играют, она короткая, но играемая, да, то есть часть мая, можно на ней отыграть. Это то, что я вижу у нас в стране. Поэтому как я отношусь лично к этому всему? Я скажу так. Можно вообще людей, которые совершили подвиг, своих родных, да, людей, которые воевали ту большую войну, надо помнить всегда родственникам. Большинство их нету. Тотального большинства их нету среди нас, но мы их помним. Например, вот фотография моего деда, который прошел войну, Петр Антонович, он прошел войну от первого до последнего дня с офицером советской армии, потом войска польского, потому что он наполовину поляк по национальности, принимал участие в освобождении Польши, Чехии. Вот. Он меня воспитал. Он тот Масейчук, которого знает общественность, да, сейчас, это фундамент всему этому заклал этот молодой, красивый человек с фотографией. Как я могу его не помнить? Естественно, я буду его помнить. Но когда приходит закономерность человеческой истории, она в том, что когда приходит
одна большая война на смену предыдущей большой войны, то та война отодвигается на второй план и уходит в историю, уходит в архив. Так было с Первой мировой войны, хотя там было намного меньше, да, отрезок между Первой и Второй. И так есть сейчас. Наша современная война, естественно, отодвигает на второй план ту войну. Что касается Москвы, да, и по вашего вопроса, я скажу так, что на что обратил я внимание. Во-первых, там не было представительства ни одного союзного государства, которое принимало участие во Второй мировой войне в антигитлеровской коалиции. Более того, не было флага ни одного государства с антигитлеровской коалицией. А о чем это говорит? Что большая часть антигитлеровской коалиции, включая Украину, в той или иной мере ведут войну с Российской Федерацией, потому что Российская Федерация напала на члена ООН, члена антигитлеровской коалиции, да, ну потому что Украина же как бы воевала, да, с Гитлером, напала и повторяет путь Гитлера. Я абсолютно разделяю эмоциональный пост городского главы Днепра Бориса Филатова о том, что те, кто сегодня поднялся на трибуну парламента, ну, я, чтобы так культурнее сказать, скажу так, душевные гомосексуалисты. Ну, не парламента, а на трибуну парада, вы имеете в виду, был вместе с Путиным. Парада, да, на трибуну Мавзолея вместе с Путиным, потому что они стали рядом с современным Гитлером. Что касается самого парада, я не заметил нескольких вещей, и меня это порадовало. Ну, честно говоря, как представителя нации, которая отбивается, ну, от агрессии этой страны, да, я не заметил воодушевления в речи Путина, да, то есть вы помните, когда Сталин говорил, это был призыв к советскому народу встать, этого мы не увидели. Ну, да, ну, какие-то нацисты, и то уже даже не так, как раньше. Раньше и то ярче было. Какое-то выступление такое. Второй момент. Я не увидел техники, я не увидел мощи. То есть нечего демонстрировать. Естественно, никто не увидел ветеранов, потому что их осталось единицы. Те, кто были в медальках, это ветераны колчаковских фронтов, потому что физически ветераны Второй мировой не могут находиться ни на какой трибуне, даже если, слава богу, они еще живы. Правильно? Ну, мы же это понимаем. По состоянию здоровья это не было. Нет, ну, давайте исходить из того, что, предположим, там, ветераны, единицы какие-то, да, все-таки, ну, все-таки кто-то был. Ну, вот все-таки это же праздник ветеранов, ну, наверное, хочется в это верить. Так вот, я бы хотел, чтобы это был праздник ветеранов. А если ветерана в его 90 с хвостиком лет продержали на той трибуне на солнце для того, чтобы был какой-то антураж для Путина, то, по моему мнению, это издевательство над этим ветераном. Лучше помогите ему деньгами, лекарством, продуктами, помогите его семье, ну и так далее, и так далее. Это будет по-человечески. Но это эмоционально. А чисто то, что вы спрашивали, это действительно отсутствие техники, отсутствие выступления таких зажигающих, да, вещей, там вставай, страна огромная, никто никуда не встает, оказывается. И у меня вообще такое впечатление, несмотря на весь пафос, да, какая-то обреченность читалась в этом параде. Обреченность на что, я думаю, мы поймем. Во-первых, ну, по моей информации, опять же, которая есть у меня с источников Российской Федерации, там очень сложная ситуация внутренняя, связанная с Евгением Пригожиным, ЧВК «Вагнер», связанная с Рамзаном Кадыровым,
Там какой-то даже треугольник, да, военные, Кадыров, ЧВК Вагнер, ну, с Пригожиным, Кремль, ну, отдельно. То есть там начинается разнобой. Ну, и мы это видим. Мы это видим, мы это слышим информационно, но у меня есть внутренняя информация с кругов близких к военному руководству, ну, Российской Федерации. Они ненавидят Пригожина. Они ненавидят Кадырова. При первой удобной возможности они их зачистят. При первой, самой первой, какая только, ну, будет возможность. А такое впечатление, что Пригожин дает им пас в этом. Да? Вот сегодняшние вот эти вот связанные с парадом его заявления, выступления, образа Путина, да, прямая, которую мы услышали. Вот. Возможно, из-за этого, потому что Путин же их всех взрастил, да, ну, то есть, а сейчас вот это все, ну, происходит, и, возможно, в этом я увидел обреченность по радио, он не был, ну, не было чему радоваться. Плюс на то, ну, давайте честно скажем, они хотели показать хоть какую-то победу, да, к 9 мая. Положили массу людей. Массу людей положили. Бахмут как стоял, так и стоит. Тактические захватывания улиц, окружение. Мы это слышали уже, ну, третий месяц. Уже на это не реагирует никто. Ни журналисты, ни общество. Ну, вы сами видите, Александр. Сколько раз уже Пригожин уже брал Бахмут, да? Ну, 10 точек. То есть... Там нету победы. Две массовые атаки, на которые явно копили и заготовляли, ну, ракеты, дроны, все. Практически все отбиты, и Украина демонстрирует, что полностью контролирует воздушное пространство своей страны. Да, есть попадания, да, есть жертвы, ну, к сожалению, это война. Но... тотального нету. То, что мы видели, ну, год назад и тому подобное, этого нет. То есть наше ПВО контролирует наше небо. И в Кремле это понимают. Плюс до того, наши беспилотники и партизаны русские, и наши диверсанты успешно ведут рельсовую войну. Это тоже факт, уже известный. Ну, то есть, когда раньше это был случай от случая, да, то сейчас это уже, как правило, ну, становится. Сегодня, в честь Дня Победы, сожгли самолет российский. Русские партизаны разместили видео. Вот. То есть, какая-то обреченность. Хотели победу за 2-3 дня, ну, максимум там за месяц. А в результате война на истощение, санкции и тому подобное. И, естественно, для России это тоже большая проблема. Поэтому для меня этот, в этом паде считалась обреченность. Ну, вы знаете, Игорь Владимирович, вопрос-то стоит вот следующим образом. Вроде бы как Украина должна была бить по этому параду. Ну, или хотя бы попытаться. Или хотя бы, ну, каким-то образом обозначить это движение. Ведь очень много об этом говорилось, там, обсуждалось. Но вместо этого понятно, что мы видим эти смешки, вот эти умозаключения. Вот как вам кажется, удар по параду, который не состоялся, это... ну, как бы удар по репутации всех тех, которые там об этом заявляли, на это намекали и, делая умный вид, говорили, что ага, подождите 9 мая. Смотрите, безусловно, те, кто говорили о атаке по параду, безусловно, эти люди понесли репутационные потери. Для меня было очевидно с самого начала, что никакого удара, даже если это возможно совершить нашим вооруженным силам, не будет. По ряду причин.
Как бы какими душевными гомосексуалистами не являлись иностранные лидеры, которые стоят на трибуне Мавзолея, но бить туда это в их присутствии это покушаться на мировой порядок. Второе. Бить по параду не обязательно попасть по военным. Не обязательно. Там была масса других людей. Это поставить себя вровень с действительно организациями, которые, ну, если не террористические, но которые абсолютно не воспринимаются, ну, человечеством, да. Я изначально понимал, что это не будет. Некоторые товарищи, которые, с которыми надо еще поинтересоваться, они начали продвигать этот тезис именно про парад, про посадку беспилотника на Красную площадь, там, деньги за это и тому подобное. Это не госчиновники, это ни в коем случае не представители вооруженных сил Украины, да? Это люди, которые как себя там, как волонтеры, да, там позиционируют, как еще кто-то. Этим воспользовалась кремлевская пропаганда, в том числе и начала нагнетать эту историю. И очень хорошо, что они не додумались каким-то своим беспилотником ударить почему-то, потому что реакция была бы не очень. У нас достаточно целей на территории Российской Федерации, которые должны быть поражены. Первое — это самолеты, которые наносят удары, пускают ракеты по нашим мирным городам. Второе — это корабли, которые занимаются тем же. Третье и четвертое — это военная техника. Пятое — это военнослужащие, которые едут убивать наших граждан. Зачем нам делать шоу с этого парада? Шоу было бы отличное, и многие бы аплодировали. Я верю, в Украине бы аплодировали. Но реакция мирового общества непредсказуема. Я скажу, когда президент наш, Владимир Зеленский, вагался по операции Вагнера, да, по вагнеровцам, тогда еще до начала широкомасштабной агрессии, я тоже задумывался, а какое решение принял бы я, да, тогда, потому что там был риск очень большой. И президент принял решение, какое он принял. Он верховный главнокомандующий, ему никто не может указывать. Он за это несет политическую ответственность через там 5 лет на выборах, да? Я не знаю, какое бы я принял решение, но по Красной площади я однозначно принял бы решение сегодня удара не наносить. Игорь Владимирович, День Европы у нас. Зеленский призвал снять зерновое эмбарго. Ну, мы так понимаем, что Урсула фон дер Ляйен, которая приехала в Киев, в этот, ну как, он на самом деле не День Европы. Сегодня День Победы в Украине. Это должны проголосовать, и вот в следующем году, 9 мая, ну, будет, если проголосуют. Если брать, Александр, я скажу так, если брать юридически, ну, с юридической точки зрения, я вас чуть подправлю, то у нас сегодня два праздника. У нас юридически действует День Победы, и у нас вчера указом введен День Европы. Ну, вот так. Нет, но это же должны проголосовать, так, подождите, то есть указ... Нет. День Европы — это не выходной день. А, ну да. Это да, не... Его, он назначен указом президента. А День Победы — это выходной день, это праздничный день. И если его решил президент перенести и подал соответствующую инициативу в парламент, да, то действительно его должны проголосовать. Проголосуют, не проголосуют, будем наблюдать. По факту имеем, будем говорить, ну, это то, что я говорил, что это очередная серия блокбастера «Слуга Мамона». Да, ну так вот... На самом-то деле получается День Европы, в которую нас не берут, ну, от которой нас как-то так вот отодвигают. Нам дают кредиты, помогают одной рукой, а другой рукой, собственно, так вот в стороночку.
Вот как вам кажется, ну, приехала Урсула, ну, вот, как бы, ценности европейские продемонстрировав, да, о том, что поддерживает Украину. А дальше что? Ну, во-первых, Александр, давайте расставим точки над... Украина была, есть и будет частью Европы. Она не уходила с Европы, не возвращалась. Она была, есть и будет частью Европы. Исторически, геополитически, географически. Но не политически, другое да. Дело... Ну, потому что Европейский Союз, который я назвал Европой, представляет фон дер Ляйен. Европейский, да. Но мы знаем ряд стран Европы, да, которые не являются членами Европейского Союза. Это во-первых. Во-вторых, давайте скажем так. Нас, вы говорите, нас не берут, вводят эмбарго, ну и так далее, и так далее. А что мы сделали для того, чтобы нас брали, против нас не вводили эмбарго? Что мы сделали для отстаивания своих национальных интересов? Что мы сделали для того, чтобы уничтожить коррупцию, воровство в стране и тому подобное? Ведь давайте посмотрим с точки зрения европейца. Я всегда всем говорю, прекратите смотреть на мир только через украинские очки. Если вы хотите видеть объективный взгляд, оденьте очки той страны, о которой вы говорите. Поставьте себя на их место. Вот поставьте, давайте поставим себя на место европейца, да, европейского политика. Ты даешь деньги, даешь оружие, помогаешь, поддерживаешь, идешь в ущерб своим производителям сельскохозяйственным, ну, других, да, отраслях, все. А тебе, как говорили в одном мультфильме, фиг вам рисуют. Воруют твои же деньги беспробудно, выводят к тебе, легализируют у тебя, покупают недвижимость и стают... Понимаешь? Ну, ты чиновник, ты это все видишь, ты понимаешь, что если это будет так продолжаться, то ты потеряешь поддержку избирателя. Ведь на самом деле поддержка Украины, например, германскими политиками, немецкими, да, она связана не с тем, что они очень там любят Украину или еще что-то. Она связана с невосприятием немецким народом войны, которую развязал Путин. Понимаете? Избиратель не воспринимает войну. Итальянский избиратель не воспринимает войну, поэтому правое правительство Мелани поддерживает. И так далее, и так далее, и так далее. Как Кремль не пытался сломать избирателя, да, там, какими-то маршами, какими-то там фотофермами, ну, в интернете, да, это не получалось. Сейчас Кремль взялся, эта тема отдельная, я ее изучаю, может быть, будет даже отдельное расследование, но на эту тему. Кремль организовал частную информационную кампанию. И я вижу, как она в мире успешно работает. И как наши с этими вызовами не справляются. И именно используя этот инструментарий, можно переломить ситуацию в обществе, в европейских странах. Это очень опасно для нашей страны. И первые звоночки, это была Польша, протестами фермеров. Мы можем сколько угодно говорить хитрожопые поляки, да, там или еще кто-то, но они защищают свой интерес. Мы могли бы и должны были бы предложить им такую форму, которая экономически будет выгодна Украине и экономически будет выгодна Польше. Такая формула существует, но
Наш Шмыгаль занимался чем угодно. Он ездил по миру, вы помните, рассказывал о контрнаступлении, о чем угодно. О экономике, когда это правительство говорить будет? Так а зачем говорить? И не говорить, а делать. То есть окреслить, да, как на украинском языке, грани и тикни. Так, а у нас... Зачем? Если все уже очерчено. Меморандум МВФ, все понятно. То есть там есть госдолг. Опять же, в переговоры с МВФ правительство не использовало ни одного аргумента. Ни одного внутриполитического, да, трека для того, чтобы как-то повлиять на этот меморандум, на суть меморандума, на суть кредитной сделки, да, с МВФ, не использовала. В результате мы получили кабальные условия, ну, на самом деле. И сверху этих кабальных условий мы принимаем, подписывает президент, благословляет лично и подписывается соглашение с BlackRock. И я хочу, чтобы зрители понимали, что это корпорация британско-американская, которая занимается активами. В данном случае в нашем государстве произошла ситуация, что соглашение, подписанное с BlackRock'ом, оно говорит формально о том, что они будут там помогать создавать фонд развития страны, помогать консультировать на финансовом рынке и так далее, и так далее. По факту, то, чем занимается BlackRock, сейчас выводятся госпредприятия. Первый уже Укроборонпром пошел на корпоратизацию. А BlackRock будут размещать на биржах, продавать, то есть будут создавать пакеты. То есть, по сути, идет корпоратизация государственного сектора экономики. Это Укроборонпром первый, второй Энергоатом, третий Нафтогаз, газовыдобывные компании, там... А плюс к этому, что происходит? Плюс к этому сейчас идет перемалывание частного, большого и среднего бизнеса. И хорошие активы, которые интересные активы BlackRock экспертам и западным так называемым инвесторам, они будут переданы там, через уголовные дела в арму или доведены собственники до какой-то предельной черты, будут сами продадут. То есть будет идти процесс перехода всей украинской экономики в корпоративное управление через BlackRock. Многие, когда я вчера об этом написал, многие мне в ответ начали писать, ну и слава богу, мы наконец победим олигархов, мы там, наконец, наши чиновники воровать перестанут и тому подобное. Я им хотел бы ответить коллективно у вас в эфире, ну и вы в стране в нашей жить перестанете, потому что работа будет подозирована, все будет... только то, что интересно инвестору и так далее, и так далее, и так далее. Большинство людей навсегда будут вынуждены покинуть страну и искать в другом месте работу и тому подобное. Вы можете считать это фантазией Масищука сколько угодно, но есть мировые примеры, которые мы видели. Поэтому я считаю, что по окончанию войны, после того, как мы справимся, я в этом уверен, с внешним врагом, нас ждет очень большая политическая и дипломатическая борьба за восстановление суверенитета страны. И сколько лет или десятилетий она будет длиться, я не знаю.
Но мы сейчас ради того, чтобы защитить страну, да, то есть существование, мы идем на очень много кабальных соглашений. Я считаю, что политическое руководство страны не имеет права этого делать. Что мы могли бы договариваться на более выгодных условиях и задействовать более правильные дипломатические инструменты в этом. Этого никто не слышит. Я не знаю, с чем это связано. Кто-то получил какие-то гарантии по окончанию политической карьеры. Кто-то наскирдувал коррупционных денег и хочет спокойно их отмыть и где-то жить. Кто-то, возможно, видит свое политическое будущее в такой транскорпоративной Украине, да, там, где правительство будет назначаться не украинским народом, а инвесторами, да, иностранными. Кто-то еще что-то. Но на самом деле я говорю и повторяю, что речь идет о потере государственного суверенитета. Потому что, теряя суверенное право распоряжаться госимуществом стратегическим и в первую очередь землей и недрами, нарушение Конституции, прошу заметить, мы отдаем часть своего суверенитета. Тогда мне некоторые задают другой вопрос, ну, с другой колокольни, да, как бы, и говорят, тогда за что мы воюем? Я им отвечаю, ребята, не мы эту войну начали, не мы пришли на чужие территории с оружием, не мы начали расстреливать города, да, соседние страны ракетами, там, артиллерией и тому подобное. Не мы вторгались, убивали, насиловали, ну и тому подобное. Мы защищаем свою территорию. Мы защищаем право своих людей жить, как они хотят. Это как хотят, как это вот хотят. То, что вы описали выше. С блэк-роками. Нет. Смотрите, блэк-рок — это наша внутренняя проблема. И ее будем решать мы, украинцы. Нам не надо, чтобы приходил Путин, или Путин 2, или Путин 3, или еще кто-то, и помогал нам решать наши проблемы. Давайте, дайте возможность украинскому народу, украинской нации самой решать свои проблемы. Мы мудрый народ. Мы трудолюбивый народ. Мы народ, который построил космическую отрасль для той же Российской Федерации. Разработал ракеты, которыми бьют сейчас по нашим городам. Это наш народ сделал. Это Сергей Королёв сделал. Понимаете? Поэтому не надо нас учить. Мы сами кого угодно научим. А то, что с нас пытаются высосать мозги, разорвать нас на две части и повергнуть нас в руину, что мы уже проходили, это факт. И в руине, возможно, заинтересована не только Российская Федерация, хотя она заинтересованность свою проявила в вооруженной агрессии. Игорь Владимирович, но ведь мы и сами стараться рады. Ну вот смотрите, как бы вчера попалась эта история, ну, собственно, я ее даже не обсуждал с экспертами, потому что, ну, подумаешь, ну, вот там какой-то конфликт. А Львов в дорогой машине на днепровских номерах слушают громко Лепса. Подходит как бы осознанный гражданин под мобильный телефон, собственно, говорит, что ж вы делаете, те его на три буквы, в общем, полиция, там, да, ну, как бы. Проходит день. Уже эти, как бы, слушатели Лепса уже на камеру извиняются, уже каждому из них повестку выдали. Но по большому-то счету, вот если мы хотим, как говорится, по-европейски, да, вот по-европейски, слушая, ну, вот, как бы у себя в машине, да, вот, ну, как бы ребята эти ничего не нарушали. Да, они там, как бы, перегрызлись, повздорили, да, из-за того, что кто-то подошел, сделал замечание. Но мы уже, по-моему, на стадии такой, скажем так, на таком этапе, да, что,
ну тут как бы и спичку поднеси. Но наказание, ну вот эти извинения на камеру, видно, что из-под палки, да, вот эти повестки, которые вы вручили, это просто что-то несусветное. Что вы думаете вокруг этой истории? Ну, не самой истории, там, слушают, не слушают, а вот какое возымело продолжение? Ну, смотрите, давайте рассматривать то, что слушают, тоже очень важно. Потому что это не просто русский, ну, грубо говоря, исполнитель. Это исполнитель, который поддерживает Владимира Путина и вторжение в Украину. Это все равно, что включить Расторгуева, Газманова, ну и тому подобное. Можно и кирпич получить от людей, которым ракета в дом, да, прилетела, в лобовое стекло. Такое тоже может быть. Второй момент. Молодые люди из Днепра, приехавшие во Львов, открывшие окно, они не думали своей головой, что они приехали в другой регион. Это плохо? Вот, вот здесь смотрите, вот сейчас очень интересный момент. Очень, вот смотрите. А если бы, условно говоря, ну, Краматорск, приехали ребята на машине и начали слушать песню о дивизии СС Галичина, как вы думаете? Сильно, ну, открыли окно, вы поняли, да, включили музыку. Сильно сейчас? Бы это понравилось? Нет. Сейчас. Вообще все равно. Нет, так это сейчас. А год назад год тоже назад. Ничего бы не было. Ну, подождите. Здесь, здесь, стоп. До... здесь очень важно сейчас. Вот с момента... До 24 февраля. Нет. До там 15-го условного года, когда там стабилизировалось, вот эти бои стабилизировались на Донбассе, вот и все. Ну, как бы, ну, ничего бы не было, Игорь Владимирович. Послушайте, было бы. И все, что началось на Донбассе, оно началось с идиотских выступлений Фарион, которое крутило российское телевидение и так далее. Ну, они не идиотские, они продуманные, она 100%, я думаю, перешла в аренду с КГБ в соответствующую другую структуру. То, что она подписывала сотрудничество с КГБ, у меня вообще нету, ну, никаких сомнений по причине того, что все преподаватели, которые преподавали на иностранных факультетах, то есть иностранным студентам, они все подписывали документы о сотрудничестве с КГБ. Ну, иначе не работали. Плюс до того, Ирина Фарион так хотела сделать карьеру, что в 89 году решила вступить, когда большинство львовян рвали партбилеты, да, коммунистические, она написала заявление о вступлении в компартию. Это так. И вот этот человек, вот она бросала вот эти вещи, о которых вы, ну, мы говорим. Да, и они в 14-м закрутили все. Да, потом ситуация поломалась. Теперь про Львов. Львов особый специфический город по отношению даже к русскому языку. Потому что они считали и правильно считают, что были оккупированы и так далее, и так далее. Но в данном случае не о языке зашел разговор, а именно о лепсе. Я читал специально, я изучил эту ситуацию, читал, смотрел, ну, все, что можно было увидеть, прочитать с первоисточников, да, так сказать. Конфликт разгорелся вокруг Лепса. Более того, если бы ребята нажали кнопочку, закрыли окно, слушали себе Лепса и поехали, ну, дальше в закрытой машине, конфликт бы закончился. Но ребята решили, что они будут крутые и будут быковать. Вышли, начали рассказывать, потом ушли, а этот молодой человек, который снимал, пошел к полиции, да, обратился. И реакция была не сколько на Лепсе, сколько на их быкование, ну, грубо говоря, потому что они могли уехать, не уехали. А теперь самое главное. Я очень зол, и я очень не воспринимаю наказание в виде вручения повесток.
Защита страны – это честь, это гордость, это никак не наказание. Наказание – это 15 суток ареста с метлой львов подметать, если ты ударил человека, обматерил, да, человека в публичном месте. Ну, хулиганство, если сразу. Но никак не повестка. Но у нас почему-то, и это власти среднего уровня, ну, высшие молчат, да, об этом, а среднего уровня, практикуют вручение повестки как наказание. Это же не первый случай, да, такой. Почему так? Потому что на этом среднем уровне, в связке с военкомами, о которых я сейчас пишу, перепишу, процветает коррупция, когда лбов, вот таких, как в машине сидели, отмазывают от призыва, а больных людей везут на призыв. Но то, что те, кто в машине отмазали, это надо установить, а не вручить повестку, там, тем более в связи с конфликтом, как наказание. Я этого не воспринимаю. Можно ли и нужно ли ломать эту систему? Мы с вами в нескольких эфирах об этом говорили. Нужно. Нужно ломать, нужно выискивать, нужно принять на законодательном уровне понятие уклонист. Мы же не знаем, эти парни на видео, да, они все были в очках. Может, они имеют плохое зрение. И эти повестки, которые им дали, просто пиар-ход. Плохой пиар-ход, потому что не надо пиариться на защите Родины, что вы отправите на фронт кого угодно и как угодно. Я веду к тому, что на законодательном уровне должно быть установлено, кто такой уклонист, решать это должен не якийсь держиморда, а суд. На законодательном уровне должно быть установлено, кто задерживает, как задерживает, как вручаются повестки, какие повестки, ну и тому подобное. А делать пиар на этом, одни гибнут, при пиаре делают. И в это время доживаются, я про военкомов. Да, Игорь Владимирович, наша уже старая такая, ну как старая, она-то новая, но вот уже традиционная тема для разговора, которой я хотел бы закончить наш сегодняшний разговор, конечно же, призвав всех вас подписаться на мой телеграм-канал, ссылка в описании, ТикТок Игоря Масейчука, милости просим. Спасибо. И тоже телеграм-канал есть, ну... Да, там носорожка такая. Нарисован. Да, обязательно сделайте это, ну, чтобы ничего не, ну, как бы не потерять, не упустить, следить за обновлениями. Поставьте лайк, пожалуйста, этому видео. Если не подписаны на Ютубе, подпишитесь, пожалуйста, потому что по статистике, ну, много без подписки смотрит. Это... Не есть хорошо, есть вариант пропустить свежий выпуск, свежее интервью. Так вот, это вот тема военкомов. Ну, как бы Масейчук стал... Ну, опять-таки, тоже здесь вопрос. Да? С одной стороны, Масейчук стал как бы карой для Борисова, но как-то вот он... Нет у него никакого наказания, как такового, о котором известно. Но вы уже выходите на след вот этого львовского военкома, который как бы связан с вот этим пиар-вручением повестки. Если можно из двух частей, вот чтобы было понятно, да, ну так а что Борисов, да, как говорят в Украине, балакалы-балакалы, силы и заплакалы, то есть, ну понятно, что ничего. И вот новый, скажем так, военком львовский, это все вот как бы, ну, вы бьете по хвостам одного большого коррупционного зверя. Это схема, система общая, что Львов, что Одесса. Или все-таки там разные истории? Расскажите подробнее. Я думаю, что это система плюс-минус. Конечно, географические особенности и этнические там влияют, да, ну, в разных регионах, исторические и тому подобное. Но схема одна. В каких-то регионах она больше, в каких-то регионах она меньше, ну и так далее, и так далее. Значит, во-первых, я хочу сообщить зрителям вашим,
то вместе с рядом коллег, журналистов и юристов, как украинских, так и зарубежных, нами создан центр, международный центр поиска коррупционных активов. Это касается не только военкомов. По крайней мере, кроме Борисова, у нас еще два кейса в работе. Это действительно Львовский военком, как вы верно сказали, и это еще один коррумпированный чиновник, который находится в поле зрения НАБУ, но, по нашему мнению, они не дорабатывают как раз в направлении его активов. То есть они его самого отрабатывают очень эффективно, но отдельно остается тема коррупционных активов. Дома, квартиры, Вена, Прага, побережье Италии, Словении, ну и так далее. Мы этот кейс тоже отрабатываем. Я пока не называю фамилию, хотя я думаю, что в ближайшие там дни мы начнем об этом говорить, рассказывать, сообщать и тому подобное. Это по Борисову. Мы сегодня опубликовали, я опубликовал новый кейс Борисова. В чем он заключается? Офис, о котором мы говорили, который его супруга купила в Барбеле, Испания, он куплен не только на супругу, он куплен непосредственно на полковника Одесского военкома Евгения Борисова. Оказывается, у него был еще один паспорт, мы этого не знали, мы узнали, уже расследуя по нотариальным документам, зайдите ко мне на телеграм-канал, кому интересно, посмотрите, там полностью документ опубликован. Он предъявил нотариусу в Испании свой второй паспорт, в котором имя Евген написано в другой транскрипции. Это еще раз шмыгалю по шмыгалям, что правительство какой год подряд не может утвердить транскрипцию латиницы единую для всей страны. И у нас люди имеют по там вееру паспортов с разной транскрипцией. Значит, он предъявил этот паспорт, но нотариус установил, что это именно тот Евгений Борисов, потому что он муж Александры Борисовой. Когда было установлено нотариусом, мы публикуем этот документ, мы получили, подали официальный запрос, получили официальный ответ и публикуем его, собственно, сейчас. И вчера я его передал следователю ДБР. Я хочу, чтобы зрители знали, не все так плохо, как говорит Александр, то есть... Расследование есть. Расследование ведет Державное бюро расследований. Они допросили меня. Буквально в мой день рождения, 5 мая допрос был. Они допросили меня. Я им дал все показания. Я передал им все документы, которые были наявны. Я им сообщил, что мы с дня на день ожидаем, мы уже имеем ответ, но ожидаем как бы получения самого документа, который касается приобретения лично Борисовым этого помещения. Сейчас, насколько я понимаю, следователи выясняют, как же были в Европе легализированы деньги. По окончанию эфира я пообещал перезвонить следователю, поделиться нашими, ну, как бы мыслями по этому поводу. Верю ли я в наказание Борисова? Я скажу так, я и мои коллеги по Международному центру розыска коррупционных активов будем делать все. Ну так, а за того, что наказывать-то? Ну вот тоже, нет, понимаете, какая очень интересная история? Я тут тоже как бы встречалась мне дискуссия в каких-то пабликах. Не-не, посмотрите, незаконное сбогачение. Ну так, незаконное то, сбогачение. Что не на зарплату он это все купил. Ну откуда взялись деньги?
Откуда взялись деньги? Это раз. Во-вторых, вы же знаете, вы же бывший народный депутат. Вы же знаете, занял друг, брат, свату, потом передали. Нет, подождите, пускай он это скажет. Вот только мы ждем, чтобы он это только сказал. Я вам скажу так. Приоткрою тайну следствия. Чуть-чуть, так, щелочку. Насколько, потому что не имею права, понимаете. Но насколько я понимаю, правоохранительных органов, не только в ДБР, а и в некоторых других, есть информация и свидетельство о том, что определенные лица освобождались от призыва, от мобилизации, а определенные, наоборот, за деньги. То есть вот хотите вы конкурента, да, сбагрить, бизнес-конкурента или кого-то, хотите сбагрить, и вы отправляете Борисову конвертик. И поехал он под Бахмут. Ну, условно. Да. Вот. Такие свидетельства есть. Поэтому по кейсу Борисов все зависит. Мы сделали практически все. Последний штрих. Мы поделимся своим видением, как отмывались деньги, да? Все остальное зависит от ДБР. Я считаю, для нас, для нашего сообщества и для меня лично, этот кейс интересен только в доведении. Ну, то есть мы будем бить по пальцам, если правоохранители попробуют его отмазать. Но кейс расследования по факту сегодня завершен по Борису. И сегодня мы начали расследование кейса Александра Тищенко. Александр Тищенко – это Львовский областной военком, депутат Львовского областного совета от партии «Слуга народа». Рассказывает, что он большой друг там главкома Залужного, главкома сухопутных войск Сырского, ну и так далее, и так далее. И мы получили материал, большой материал от людей, в котором описаны все его художества. Материал требует проверки. Я его сегодня практически весь, кроме фактов, которые требуют 100% проверки, может там обидеть честь, достоинство, ну и тому подобное. Я его прилюдным, да, будем говорить, сделал достоянием людей. В части той, которую мы уже проверили, мы понимаем и понимаем, что есть подтверждение. Документальное подтверждение этим вещам мы получим там в течение недели двух сроков. Что касается недвижимости за границей и так далее, расследование продолжается. Это только начало кейса этого военкома сегодня. Вот около 10 земельных участков на территории Львовщины, в самых живописных местах у него и его семьи, строительство совместного многоквартирного дома для военных вместе с военным там еще одним. Такая коррупционная схема действует давно, не только, не ноу-хау сейчас. Значит, недвижимость Виталия в Испании проверяем. 4 дома. Один продал после того, как скандал вокруг него начался. Несколько квартир, в том числе, не погнушался получить служба. Ну, плюс там рассказы о пьянках, гулянках и тому подобное. Опять же, если будет подтверждение, не хотим быть абсолютно голословным на эту тему. По имуществу в Украине подтверждение есть на 99,9% по земельных участках, по вот этому, по Лексусах, там гараж Лексуса у него, в жены и тому подобное. Прикрывался дружбой с Кириллом Тимошенко, ездил на Тойоте, которую как гумпомощь нам передали, не Тойоте, а Шевролете, которую как гумпомощь нам передали, как Кирюша ездил сам. Вот, после того, как Кирюша пошел в отставку, ездить перестал.
Сейчас мы это все обобщим. Есть фотографии, видео, ну, то есть все. Дадим общественности и передадим правоохранительные органы. Но так как мы не верим до конца в правоохранительную систему, как и вы, как и большинство наших зрителей, к сожалению, но понимаем, что все равно все будет меняться и всему свое время, мы решили создать базу. Marauder.ua. Ну, уже была же, да, миротворец. Кто угодно там, смотрите, суждение по... Я не хочу проводить аналогии с миротворцем по одной простой причине. В данном случае будет идти мова, разговор только о коррупционных активах и ихнем расположении. Понимаете, да? То есть вот есть гражданин Борисов, есть Марбелья, дом, офис, автомобили и тому подобное. Вот любой журналист, вы, Александр, иностранный журналист, забивает, есть этот парень, есть ссылки, есть документы, понимаете? То есть вот об этом идет речь. Мы не хотим называть мародером тех людей, по которым нету документальных доказательств о выведении денег за границу, ну и тому подобное. Могу ли я назвать Львовского военкома мародером, как Борисова? Ну, честно скажу так, пока не готов. Скажу юридическим языком. Ознаки коррупционного злочину є, доказательства дособіры. Ну, будем так, да, вот, чтобы быть объективным. И пользуясь тем, что я у вас в эфире, Александр, я обращаюсь к украинцам в Украине и особенно к украинцам за пределами Украины. Я могу уже сейчас открыть, как мы установили, нашли, вышли на Борисова и его имущество. Через автомобиль. Через фотографию автомобиля, крутого нового гелика с крутыми номерами, который был сделан нашими согражданами в Марбелье. Беженцами нашими, которые приехали посмотреть, как живут богатые, да, в Марбелье, ну, с провинции Малага, они там приют получили, и увидели небедную машинку, сфоткали, скинули нам. Мы посмотрели, кто собственник, заинтересовались, ну, а дальше дело как бы техники. Поэтому обращаюсь к нашим гражданам. Дома, крутые автомобили. Это не запрещено законом. Фотографируйте, снимайте. Мы будем выяснять. Речь идет о грабеже нашей страны в самое тяжелое время. Поэтому мы готовы к сотрудничеству. На моем телеграм-канале почта. На моем телеграм-канале адрес в телеграме. Пишите, присылайте, обращайтесь. Но я сразу говорю, мы все проверяем. Мы не можем напечатать то, что не соответствует действительности. Это безусловно, конечно же, да. И последнее, Александр. Когда вы говорите о кейсе Борисова и о том, что может не быть наказания, мы это понимаем. Поэтому вчера нами разосланы по всем 5 эпизодам с подкреплением всех документов, информации, в представительство G7 других стран, обращение в Европол, Интерпол, обращение в полицию Испании, европейский финмониторинг, во все отечественные правоохранительные органы. И я уверен, мы добьемся результата. Ну, конечно, будем следить за всем происходящим. Игорь Владимирович, спасибо вам за ваше время и за...
Спасибо вам, Александр. Спасибо вам, Александр. Да, за мысли и, конечно, за то, что поделились информацией. Друзья, пишите, что думаете в комментариях. Берегите друг друга. Увидимся обязательно. Добра и света.